Приветствую вас. Вначале две важных вещи. Первое. Вы большой молодец, что заметили свою проблему. Вы большой молодец, что пытаетесь с этой проблемой что-то сделать. Многие люди на вашем месте, находясь на вашем месте, этого не делают, то есть вообще. Они убеждены, что поступают совершенно правильно и проблемы не замечают. То, что вы задумались об этом, то, что вы задумались о своей проблеме такого типа, говорит о вас очень положительно. Вы молодец. Второй момент. Вы естественным образом полагаете, что нужно справляться с тем, что с вами происходит, да, то есть вы пишете, как справиться с такими эмоциями. Вы задаете вопрос о том, как их подавить. То есть вы говорите, как мне избавиться, как мне подавить эмоции, как мне вырвать из себя часть своего сознания. Часть своих чувств, если угодно, часть своих эмоций, часть своих переживаний и так далее. Я надеюсь, что мы с вами здесь понимаем, что этого делать не нужно. То есть не нужно бороться со своими эмоциями, не нужно бороться со своими чувствами, не нужно с ними как-то бороться. И пытаться подавить их тоже не нужно. А что нужно сделать? Вообще говоря, вам важно понять, что открытая и явная агрессия, которую вы проявляете по отношению к другим людям, продиктована вашими внутренними конфликтами. И эти внутренние конфликты не позволяют вам вести себя нормально, адекватно, правильно и так далее. И из-за этого, из-за наличия этого самого конфликта, вы ведете себя так. Что нужно сделать в этой ситуации? В этой ситуации нужно, важно найти этот конфликт, найти причину этого конфликта и понять его природу. Понять природу вашего внутреннего конфликта, который, условно говоря, разрывает вас на части. Это без лишних совершенно слов, абсолютно без каких-то таких, я бы сказал, пафосных речей. Он разрывает вас на части, этот конфликт. И пока вы не поймете, в чем его причина, то есть что вас волнует, что вас беспокоит, с какого момента вы так стали себя чувствовать, с какого момента вы так стали себя ощущать, пока вы этого для себя не уясните, пока вам не будет ясно, где корень проблем, к сожалению, все так и будет. Потому что агрессия ваша, которую вы реализуете, да, на своих близких, ваша агрессия – это защитная реакция организма, вашего организма. Если бы не было бы этого, то есть если бы не было, условно говоря, агрессии, то вы бы рисковали
получить куда более серьезные повреждения своей нервной системы. А так вы снимаете напряжение. Но чтобы напряжение не снимать, важно понимать его причины. И вот об этом вам стоит подумать. Какие причины заставляют вас срываться? С чем вы боретесь внутри себя? Энергию чего вы проявляете на своих родных? Обо всем этом я рекомендую вам подумать и размыслить. И когда и если вы над этим подумайте и поразмыслите, вам, возможно, самому станет понятно, почему вы так себя ведете. Если самому понятно не станет, но вы увидите, в чем проблема, только разрешить ее возможности у вас не будет, то тогда... Я думаю, вам стоит обратиться к психологу и вместе с ним проработать то, о чем я говорил. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.